Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас на закрытии фестиваля славянской культуры. На сцене Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов, художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов. Сегодняшний концерт с символическим названием «Славянское единство» завершит фестиваль. Вас ожидает очень яркая и разнообразная программа, в которой прозвучит колоритная музыка и песни славян и народов Восточной Европы. Подлинным украшением концерта станут уникальные народные инструменты, которые нарисуют нам неповторимый музыкальный портрет каждого народа. Россию представят хорошо знакомые нам гармонь и звончатые гусли. Белоруссию – цимбалы, струнный ударный инструмент, глубоко почитаемый в этой стране как древний символ национальной культуры. Украинские народные напевы зазвучат голосом многоствольной флейты пана. Этот инструмент появился в Древней Греции, а придумал и создал его, по легенде, древнегреческий бог Пан. Восточную Европу представят два уникальных духовых инструмента. Популярная в Болгарии, Венгрии, Румынии и Молдавии сопилка и, что удивительно, древняя китайская губная гармоника хулуси. На этом инструменте китайские музыканты признавались в любви своим возлюбленным. Благодаря своему мягкому и поэтичному звучанию китайский хулуси полюбился и народам Восточной Европы. С древними народными инструментами познакомит вас гость из Белгорода, известный в России и за рубежом мультиинструменталист-виртуоз Михаил Педручный. В программе нашего концерта примут участие также именитые гости из Москвы, Украины и Белоруссии. С гармонистом-виртуозом Павлом Ухановым мы хорошо знакомы. В 2018 году он принимал участие в программе международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Украинские народные песни исполнит заслуженный артист Украины, известный тенор Руслан Брагар. Он также неоднократно выступал с Ульяновским оркестром русских народных инструментов. И, наконец, впервые в Ульяновске молодая исполнительница на гуслях и цимбалах из Белоруссии, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Алехнович. Ее выступление откроет наш концерт. Композитор Константин Шаханов. Баллада. Исполняет Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов, художественный руководитель и дирижер Артем Белов. Солистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Алехнович. Гусли звончатые. Thank you.
Вера Городовская. Концерт для гусли и звончика. Первая часть. По-ливински играю. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Уханов. Гармонь.
Украинская народная песня «Дивлюсь я на небо». Поет заслуженный артист Украины, лауреат премии фонда имени Козловского Руслан Брагар.
Украинская народная песня «Черные брови». Поет Руслан Брагар. Бондаренко, Тарас Бульба, исполняет Михаил Педручный, флейта пана. Thank you.
Ой, ты девчина, поет Руслан Брагар. Ah!
Жинович, протяжная и хороводная. Исполняет Татьяна Алихнович, цимбалы. Thank you.
Жинович, белорусские танцы. Дербенко. Карпатские напевы. Исполняет Павел Уханов. Thank you.
«Призрак. Вечер в деревне». Исполняет Михаил Педручный, «Хулуси». «Болгарская сюита», третья часть. Исполняет Павел Уханов. Thank you.
Павел Уханов, Матвейчук, Ватра. Исполняет Михаил Педручный, Сопилка. Александра Пахмутова «Зачарованная даль». Поет Руслан Брагар.
песням стады века. Уродила на порога, скоро вишни зацветут. Здесь все лучшее от Бога, здесь все лучшее от Бога, здесь меня как Бога ждут, здесь меня как Бога ждут. Слава музыка воскреснет, оживет лесной рай. Народных инструментов, художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов.